Новый благоустроенный двор получили жители многоэтажек по улице имени Абдул-Хакима Исмаилова. Здесь привели в порядок дворовую территорию, установили освещение, детское и спортивное оборудование. Нашлось место и для небольшого футбольного поля. Установили крытые беседки и скамейки. Горожан от имени председателя Народного собрания Хизри Шихсаидова поздравила его заместитель Елена Ельникова. Надеюсь, что в этом году не только в этом дворе, но еще во многих дворах нашей прекрасной столицы, наших красивых городов республики откроются новые площадки, где будет комфортно отдыхать, проживать, проводить свой досуг и нашим маленьким махачкалинцам, и нашим уважаемым пожилым людям. И прежде всего здесь еще и найдет свою реализацию, наверное, наша молодежь, будущее Дагестана. Поэтому позвольте вас еще раз поздравить с вашим таким новосельем и пожелать вам, чтобы в этом дворе, в наших домах, в ваших семьях был всегда добро, достаток, благополучие и мир. В честь открытия обновленного двора для жителей многоквартирных домов выступили танцоры ансамбля школы искусств Махачкалы. Завершилось празднование детскими конкурсами, победителям которых вручили спортивные велосипеды.